Всем привет, дорогие наши друзья и зрители нашего канала. Здравствуйте. У нас сегодня картошечка, скумбрия. Копченая. Петлусочкой посыпали. И еще так для декора, может быть, кто-нибудь захочет, у нас есть малосольные огурчики. Декор ну сегодня скромненький. Скромненький, да. Полупустой. Но мне кажется, вот картошки что-нибудь такое надо. Соленое, копченое. Ну, у нас там были корнишоны, но что-то мы не особо захотели. Ладно, давай уже начинать терзать это дело. Так, надо приготовить салфеточки. Есть? Приготовить вилочки. И начинаем. Так, наверное, удобно будет мне чистить вот здесь на салфетке. Сейчас мы ее расчистим. Картошечка от крахмальная. Молоденькая, открахмаленная. Открахмалили мы ее хорошо. Мягко. Как давно мы скумбрию не ели-то? А скумбрия-то божественная. Но злоупотреблять тоже не стоит. Есть раз в полгода. Злоупотреблять, конечно, не стоит. Но мы же не злоупотребляем. Все нормально. Все под контролем. Что бросаешься? Какая она вкусная, а? Но она не мега жирная. Да, посмотри, ну, вот аж блестится. Ты не понял. Ты опять меня не понял. А ты сейчас о чем? Ты меня не понял, помнишь, на перроне ты стоял в вагоне, я в вагоне. Я вернулась только, ты уже другой, ну как же это сложно, ты меня не понял. Настя просто есть не хочет, она вот решила исполнить. Я имею в виду, что она стройная, она по габаритам, ты видишь, она какая? Вот. Ты говоришь, маленькая, надо было вот так вещи своими именами называть. Я так сказала. Сказала жирная. Ну, я это имела в виду, что она не жирная. Короче. Она тройная. Скумбрия, конечно, сказка. Небе парила. Ну, бывала вкуснее скумбрия, да, по чесноку? Бывала? Да. Бывало. Да. Мне кажется, она офигенная. Ты где Париж? Париж, я Париж. Вкусовую память включил. А все из-за размера. В следующий раз старайся, чтобы она была ух. Ты понял, да? А ты думаешь, я ух не выбирал, что ли? Какая была? Ну, значит, не было. Понятно. Это же другой разговор. Значит, не было. Но если будет, старайся выбирать. Да. Картошечка вкусненькая. Картошечка вкусненькая. И рыбка вкусненькая. И Настя тоже у нас вкусненькая. Ну, где? Туда. Куда мне выйти? Я еще скумбрию не съел. Настя вкусненькая. Ну. Где я вкусненькая? Не скажу. Не скажу. Это секрет. Ну, честно, вот я вот честно, я честно все говорю. Чего я буду тут ахать, ухать? Не особо. Может, потому что она у нас полежала сколько-то дней в холодильнике? Ну, так-то она у нее срок годности еще как бы нормальный. Ну, срок, да, нормальный. Еще было бы срок нормальный. Срок нормальный, да. Но мясо, разница, где она? Оно вот мясо, оно какое-то вот как. Как тебе объяснить? Как разваренное какое-то. Ну, его же коптили. Может, перекоптили. Не такое что-то, да. Ой, короче, Настя вредная. Я все не знаю. Да я не вредна. Ну почему я вредна? Почему, если когда что-то вот немножечко не так, я должна молчать? Или утаивать правду? Не могу я. Ну-ну. Чего, ну-ну? Ничего. Что за вредное? Не нравится? Не кушайте. Почему я буду ее кушать? Нам больше достанется.
Ты о чем? Я вот прям чувствую. Ты о чем? Ты о чем молчишь? Ну давай. Я ни о чем, просто посмотрю. Ну валивай. Как ты ешь. Всю, так сказать, матку правду. Нет, сейчас. Булок пошел, купил. Сходил. Принес еще. Для хот-догов. Я... Хот-доги хочу сделать. Леша за горшком. Показал фотографии. У нас Даша тут вчера на день рождения побывала. А-а-а. Показал Павлику фотографии. Показал и что? Он надулся, как шар. Пиццу увидел. Да. Но я вам сегодня говорю, давай пиццу вам закажем маленькую, больницу. Мама говорит, соседям привозят пиццы постоянно, да, в больницу. Ладно. Да. А почему мы это? Я говорю, давай вам закажем маленькую. Давай. Мама говорит, Паша спрашивает, давай пиццу. Мама привезет, мама тоже хочет. Мне уже надоело это больничное, да? Ну и что? Паша говорит, давай, когда меня выпишут уже тогда дома. Вот. Да фигня, давай им закажем. А теперь все. Послушай, он меня все равно съест. Внимательно его. Меня послушай. Это он так. Он пиццу не хочет дома есть. Он хочет там ее съесть. Где там? В Додо пицце. А что, в больнице он ее не съест? Может, скажет, что он, мама будет есть, он будет смотреть и скажет. В Додо? Нет, у меня сила воли, я не буду есть. Нет, он... Он все равно ее съест. Он, короче, мы сегодня договорились с ним. Сейчас будет. Договорились с ним. Своего. Но мама же тоже хочет. Я для мамы-то хочу, чтобы она покушала. Да, вместе. А когда Пашу выпишут, наверняка мама не будет никакую пиццу. Я не хочу, чтобы больницу маленькую заказать. Не, я думал, когда будет выписка. Ну, еще одну закажем. Что за проблема? Ой. Чем больше, тем лучше. Еще делайте, что хотите. Не понимаешь, что я говорю. Ну, возьми да закажи. Что проблема закажу, какая-то. Закажу, да. А то только... И заказать-то несложно. А выпишут, будет повод, и что отдыхаем. Просто ты мне даже договорить не дала. Говори. Когда их будут выписывать, угу. Мы поедем на Мира в Додо пиццу. В этот же день, прямо вот с больницы. Вряд ли мама согласится. Сразу говорю, она будет уставшая, говорит, мне скажет, меня домой. 2 недели лежала в больнице. Она не поедет никуда. Ну, значит, маму домой. И чего? А мы в Додо пиццу. С больной рукой в Додо пиццу. Ну, что он там этой рукой будет? Боксировать, что ли? Не знаю, мы с ней, мне кажется, охранять так с этой рукой. Ой, на все. Мясо какое-то. Вообще не понимаю. Ты не ешь, не ешь. Нет, ты что, сам это не чувствуешь? Да, мне вкатывает вообще офигенно, да? Жирненькая. Копчененькая прям. Ладно, ешь. Эпка поплыла. Настенька, а вот ты думаешь, я бы вот отсюда вот так вот бы не смог бы, да, взять? Нет, она. Ну, а чтобы она вот именно переплыла вот сюда, да? Вот она хочет это. Так сказать, в мои территориальные воды, да, зашла? Да. Просто... Чтобы не тянулся, я же беспокоюсь. Ты хотя бы с огурчиком наверни. А. Я ем огурчик. Нет? Нет? Молодец. Нет, не знаю. Тебе видней. Вкуснятина. Ты просто голодный. Да. Ну это... Тем не менее, все-таки говорит, что это вкусно, мои вот эти восторженные восклицания. Очень вкусно. Очень-очень. Я помню, мы как-то видосик делали, где у нас была, с одной стороны, помнишь, скумбрия, а с другой была селедочка. То, что... Было дело. Скумбрия тогда была вкусней. Ну, в смысле, вкуснее селедки. Нет. Вкуснее была этой. Молодец. Ты не дослушала. Ты молодец. С ней селедки. Вот правду говори. Учись у меня, как надо. Mm.
Вот. Я вот так вот ее делаю колечко. Ничего дальше. Я обгладываю его. У тебя, короче, свой способ поедания, да? Колечком. Колечко на память. Колечко. Теперь не свободно, сердечко. Скажи ты мне, речка, скажи мне, рябина, за что ж я его полюбила? Там диридим диридам там, там дам диридим там там. Там диридим диридам там, там дам диридим там там. Ой. Ай. Стрим. Давно стрима не было. Кто за стрим? Кто за стрим? Пап, хочешь нам стрим настроить? Ой, времени нет. Ты как знаешь, всегда. Я же работаю с утра до вечера. Ну вот сейчас мы дома, давай настраивай. Как раз до сна 2 часа еще. Ну, гараж надо сводить там. Тише, тише. Никуда он не пойдет. Полки на второй слой покрыть. Сейчас прям пойдешь. А когда мне? Конечно, сейчас. Просто ты будешь дома отдыхать. Я просто про полки зову. Да? Ну ладно. Посмотрим, ты сейчас пойдешь. Вкусненько. Мало еще посел, да? Нет. Хорошего уже помаленьку надо. А попьешься? Это да. Это минус. Я тут листиков насушила, это мы рыбы. Так ни разу чай не запаривали. Тут листья малины, смородины, пакетик. Малина насушила. Вон наверху пакетик тоже лежит. А это вообще прошлогодний, я даже не знаю, это не я сушила, даже не знаю, что за листья. Вон чай. Липа. Сам запариваю их. Я люблю свое. Мы редко вот в чайнике запариваем чай. Мы обычно каждому себе по пакетикам там. Ты вот на день запарила заварники, все. Всем на день хватит. А то, что там чай стоит, это же надо его сцеживать. Сцедила по кружку. Когда он заварился. И все. Вроде что все просто. Удобно. Или мне кажется. Все. Рыба кончилась. А огурцы это... я не хочу. А картошку тоже не хочешь? Да все уже куда. Ну, я говорю, что так мало картошки сварила. Я просто... Мало. Ты сам сказал. Не было такого. Врет. Вот врет. Говорю, а как ты сказал? Говорю, Настенька, говорю, это что, вся картошка у нас больше нету, все закончилось? Ты сказала, да, все. Я говорю, надо купить. Я так поняла, что намек, типа, что так мало сварила. Ну, получается, ты не поняла. Давай там, сам, типа, я не поняла. Там что-нибудь. Ну, что там, нету, да? Никаких... Я не поняла. Молодец, умничка. Умничка, наша Настенька. Ну что, дорогие наши друзья, всем спасибо за ваши просмотры, лайки, комментарии, дорогие наши дорогие, любимые. Дорогие, хотел бы сказать, наши любимые. О, Дашка выбралась. Ладно, мы, наверное, пойдем. До новых встреч, скоро увидимся. Пока-пока.